Мы должны всегда помнить и исполнять завет Христов. Если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Что значит омывать ноги друг другу? Это значит, что мы должны глубоко смиряться перед всеми людьми, ни перед кем не превозноситься, всем служить, как служил Господь. Святитель Лука Войно-Ясенецкий. Что такое совершенство в любви? Люби своих врагов так, чтобы ты желал сделать их братьями. Ибо так любил тот, кто, вися на кресте, сказал: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Блаженный Августин. Когда враг досаждает, хочет мелочами, досадами раздражить, разгневать, похитить мир сердца, скажи только: «Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!» Этих слов он боится больше всего. Они его жгут, как огонь, и он убежит от тебя. Валаамский старец Михаил Петкевич.